Хей, hey, ребята, всем привет, с вами Дмитрич на Дмиван Геймс, и мы на PS4 в рубрике «С нуля до короля 2». Как давно мы здесь не играли, как давно мы здесь не были, да, ребят? Я вам обещал в последнем ролике, ну, в предыдущем, то, что как только что-то новенькое появится в GTA, мы сделаем еще видосик и будем так делать каждый раз, когда что-то будет появляться. К счастью, ребята, у нас появились задания яхты. И мы можем это все пройти. Я позвал в сессию товарищей, кто играет на PS4. Параллельно я вам расскажу, что вообще происходит. Про вообще мою игру на PS4 в GTA. И про то, что я вижу и на стримах, и не только. Я очень понадеюсь на ребят. Хотя у нас команда такая довольно-таки... Ой! Нормальное начало, да? В общем-то, задания, конечно, такие себе. Есть сложные, есть несложные. PS4. Ребят, кто ждал, давайте немножечко поговорим. Почему на PS4 так мало видосов с GTA и стримов? Все очень просто. Я уже не раз повторял то, что я довольно-таки скромный, слабый игрок на геймпаде. Мне намного легче играть на клаве с мышкой, намного. То есть я чувствую себя уверенно, я чувствую себя на коне, я знаю, что делать. Здесь же, конечно, такого нет. Здесь же мне приходится постоянно напрягаться, у меня где-то что-то не получается, я путаю кнопки, путаю, что делать. И далее, ребята, есть еще одна проблема с этим связанная, и это качество. Вот я сейчас смотрю на экран на свой через карту захвата, и у меня рябь. У меня шум есть, понимаете? Портит мне впечатление в игре. Конечно, ребят, управление — это вещь довольно-таки сложная в этом плане. Я думаю, нам проще сесть и пострелять нормально, чем вот так вот. Но я боюсь, что меня никто сейчас не выпустит, да? Я боюсь, что никто меня сейчас не отпустит. Для того, чтобы я как-то пострелял и что-то поделал. Потому что попасть вот так вот, это... Может быть, кому-то и легко, но не мне явно. Так, о, я даже кого-то убил, охренеть. Вот это фантастика. Вот это я понимаю, блин. Так, есть, этого мы убили. А как я могу победить, когда у меня здесь одни проблемы? Так, вон я его вижу. Есть. Пойду я заберу, что там надо. Там что-то надо взять, по-моему. Так, 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 так. Обычно за меня это другие люди делают, но... Так, все, я пришлю кого-нибудь. Все, мне нужен теперь вертолет, и надо уходить отсюда. Только как теперь вертолет забрать? Хотя, может быть, мы просто уйдем. Да, чувак, да не благодари меня, давай лучше сыграем нормально. Это самое важное. Как вот с этим разобраться, с этими яхтами? Ему надо присесть, наверное, как-то. Ну, ты так их не собьешь, садись. Другое дело, полетело. Отлично. Так, ну надо не забывать о том, что у нас еще есть враги здесь. Это вертолеты, это самолеты. Так, ну-ка. Надо уходить, ребята, как бы. Так, надо еще вспомнить, как управляется. Еще подлагивает все как-то. Совсем не привлекательно. Так, пойду я сяду куда-нибудь на крышу. Мне там, наверное, легче будет. Я, правда, не знаю, как там ребята будут справляться без меня, без вертолета. Но, знаете, я все-таки хочу верить в светлое будущее своих компаньонов, которые справятся. Второй товарищ сейчас собьет. Так, ты не крутись ты. Что ж такое-то? Во-во-во-во, все. Уйдите от полиции. Все. Так, все. Первое задание минус. Ну, по деньгам понятно, что нас особо не порадует. Ну, ничего. Так, ну что ж, у нас второе задание. Давай, кто у нас там хорошо летает? Я, пожалуй, на этот раз буду так, сзади где-то придерживаться. Я не знаю, смогу ли я нырять, у меня же вроде показатели-то. Ну-ка. О, да. Объем легких у меня в жопе. Ну, в смысле, я не то хотел сказать, но... Да, здесь бы акваланг какой-нибудь. А чё ты туда не присядешь на платформу? Так, давай присядем вон к товарищу. У него такой, это, трилби такая шляпа. Не, чувак, даже не пытайся. Я их сейчас заберу, ребят, и мы потом просто
поплывем куда надо. А вот теперь начинаются совсем другие приключения. Совсем другие. Ой-ой-ой, а зачем ты садишься? Как я буду тут выживать? Побежали, в общем-то. Блин, а мы залезем? Чё-то я сомневаюсь, что мы тут залезем. Хотя, может, и получится. Так, оружие, да? В общем, что я могу сказать? Если я правильно помню, как выполняется это задание, лететь наверх нельзя. Надо сесть где-то с краю и бежать пешком. Это так, как мы выполняли это задание последний раз на стриме. Так что я, наверное, здесь сейчас присяду, и мы пойдем как есть. Куда ты прыгаешь? Вали их всех. Если вы подойдете слишком близко. Да ты подожди, тут как бы не сдохнуть. О, есть. Там еще кто-то был. Ребят, вы главное этих не убейте. Кто нам нужен? Завалите этого козла. Оф. Ну, слава богу. Так, мне надо лодку подогнать, наверное. А, сейчас же еще должен кто-то приплыть, да? О, да-да-да-да. По канону жанра-то. Где вы там? Лалки. Лалки, азазалки. Так, хорошо. Подруга, ты главное, не бойся, я тебя спасу. Кстати, на удивление, ребята очень хорошо играют, хочу сказать. Несмотря на свои 30-е уровни, они не лажают. Так, подруга, ты со мной? Я обтерся немножечко. Поэтому ты должна ко мне пойти. О, кто у нас деваху? Нифига себе удар. Конечно же, Дми, кто же мог еще ее спасти? Деваха мне. Конечно мне. Мадам, не позволите ли вам показать мою яхту? А, ты что-то работала, что? Че тебе показывать? Ты тут и так работала, и без меня, да? Скажи, знаю я твою яхту. О, эй, осторожнее. Нифига там шлепнулся кто-то сверху. Задание пройдено. А я думаю, что так мало денег дают? А я же на среднем играю. Но это хорошо, у нас хоть это, жизнь есть лишняя. А то я не уверен в себе. Не уверенный в себе. Вот сейчас, ребята, это жопное задание с тушением. Вот это... О! Хрена себе, я башкой о лестницу ударил. Как я еще жив после этого, да? В общем-то, я сейчас рулить не буду. Я могу взять вертолет и попытаться защищать на вертолете людей. Брать самолеты, тушить, вот это я не знаю, как сделать. Ребята, даже не просите, даже не это. Не пытайтесь меня на это подписать. О, нет. В общем-то, надо где-то прятаться. Тут прятаться негде. Откровенно. Хотя там вроде по стелсу можно, да, пройти. Ну хрен ты там что по стелсу пройдешь. Вон он там бежит. Эй, не бомби. Никогда не бомби. Ты же не бамблби. Ты там не видно никого. Где они там все? Сразить всех чудовищ. Убить всех врагов. Так, где они? О, я понял. Я понял, ребята. Берите самолеты, ради бога. Давайте я на вертолете лучше. Фу, вроде два самолета они взяли. Я понимаю, я чуть-чуть облегчил себе задачу. Но знаете, лучше на вторых ролях и второй скрипкой быть, чем фейлить. Мне кажется, здесь надо адекватно оценивать свои силы. Так, ребята, давайте. Блин, какую хорошую команду я взял. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Но если они вот с этим сейчас быстро справятся, то это вообще будет топово. Это будет просто... охренительно. Так, я смотрю, у нас появились трудности. Давай. В общем-то, будем воевать с вертолетами. Это мы сможем, я надеюсь. О, есть. Ну, они, правда, бесконечные будут, скорее всего. Вон, 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 еще летит. Мне бы поближе туда. Хочу посмотреть, как оно все это работает. Так. Ну, у нас тут двое, так что... Так, ребят, мы находимся на второй точке. С первой, ребят, справились. И будем надеяться, что и со второй. Там осталась одна вот эта вот, и все. И надо вернуть транспорт. Мы пока просто стреляем вдвоем, пытаемся это как-то все решить. Все, вернуть самолеты. А, не, смотрите, еще есть проблемы у нас. Не все так просто. Знаете, вот некоторым может показаться то, что да нормально он играет с геймпадом. Что он там говорит?
Ну это ненормально, ребят. Это так, блин, так напряжно для меня. Серьезно. Я прям весь, как выжатый лимон после этих игр. Вот кроме GTA-шки, да, много есть еще. А это нет. Фух, вроде весь геморрой прошли. Задание пройденное. Угу. Ну как так. Да хрен с ним. С деньгами хрен с ним, а с опытом. Нормально все. Ура, ну-ка. Ну ладно, хоть не разбил себе ничего. Так, погнали. Сегодня я спереди, как взрослый. Кстати, всех с учебой, кто учится. Погнали. Куда там надо? Что-то надо уничтожить. Ой, блин, сейчас тоже будет задание не очень приятное. Я вспомнил. Я думал, уже сейчас на яхте замес будет, но нет, сейчас надо будет на крыше там отстреливаться и прочее. Взрывать эти штуки, которые надо взрывать. Ну, у нас две жизни есть, если что. Да и если кто-то из нас помрет, ничего страшного. Мы же сможем и меньшим количеством затащить. Это же не те задания, где сразу фейл. О, да. О, да. Так, 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 так. Где, где, где? Где проблемы? Так, проблемы. Эй, вали их. Ты хоть смотри по сторонам, тут же это. Враги еще, целая куча врагов везде. Так, отлично. О, у нас уже минус один. Минус один уже у нас. Потому что, ребята, надо по сторонам смотреть. Здесь целая куча этих проблем, которые надо уничтожать. О, так. Ну-ка. Блин. Вон она, эта штука, я ее вижу. О, есть. Тут еще нацеливаться надо, понимаете? Тут еще надо нацеливаться и попадать куда-то. А это не так просто сделать, я вам хочу сказать. Ой, тут там еще вертолет прилетел. О, все. Прыгай. Надеюсь, он не будет падать туда, куда мне не надо. О! Так, тихо-тихо. Нет. Падай. Упади, упади. Ой, кто стреляет? Так, вот это надо взорвать, да? О, отлично. О! Ну-ка. Да вали ты его, чё ж такое-то? Как ты погиб? Куда погиб? Чувак, ты слишком рано погиб. Раньше, чем я рассчитывал. Ну ничего. Ну ничего, надо нам, наверное, полететь отсюда куда-нибудь в другое место. Есть. И там что-то у нас еще, да? А, вон он, я его вижу отсюда. Ну и все. Да как вы там погибаете-то, ребята? Что ж с вами не так-то? В общем, надо транспорт забрать. Эй, а меня забрать? Меня никто забирать не стал, да? Я должен сам разбираться со своими проблемами, да? Ну хорошо. Вертолет пока еще дышит. Надо уходить. Раз на то пошло. Ох, все. Ну, мы вроде с целью-то справились со своей задачей. Остальное все это дело техники. Просто добраться и доставить куда надо. О, нифига там транспорта. Нифига там замеса. А мне и стрелять нечем. Так, ну что, все, доставили? Отлично. Правда, одного мы потеряли, но ничего. Хорошо, хоть жизни хватило на это все дело. Ну что, ребят, самое мое любимое задание, предпоследнее, где надо отбиваться от врагов. Фу, так. Ну давай. Представляю, что будет сейчас. Ну уж как есть. Давай, вали их. О,
Вертолет самое главное. Чё? Чё, на вертолет не нацеливается, что ли? Ой. Давай, вали их. Пусть падают в воду. Отлично. Так. Еще летят, да? Так, а на этот будет нацеливаться-то что-то? Ладно. Давай сбегаем на ту сторону. Там что, что-то есть? Там что же у нас есть какие-то проблемы, да? Ой, нам сейчас составят компанию новые товарищи, которых не должно быть здесь. Так. Ой! А тот упал. Ой, блин, падение ястреба. Эй-эй-эй-эй! Ой, уходи, уходи, уходи. Стоять. Да что ж ты на него не нацеливаешься-то никак. Так, отлично. Пока я перезаряжался, уже 10 раз все поменялось. Да стреляй ты в него. Стреляй. Ой, хрена себе. Так, ладно, хорошо. Пойду я вперед, посмотрю, что там. Так, ну-ка, давай, нацеливайся ты, нацеливайся. Вот это вот я понимаю, точнее не понимаю. Да почему нет никакой прицела-то сюда? Дайте мне... Фу, как утомительно-то это все. Так, старые друзья, я понял. Пойду-ка я возьму броник, что там есть еще у нас. Ой-ой-ой. Давай, во. Есть контакт. Где вертолет? Где у нас вертолетик? Вертолетик где? Там где-то. Ну, хоть нацеливается куда-то, уже приятно. Мелочи приятно, да? Так, стоп. Ну-ка. Ну-ка. Попадали. Ну, я хоть немножко-то помогаю и уже... получше от этого кому-то. О! Хрена себе. Ребята, вы что тут нам на вечеринку заглянули, да? Ой! Уходи, уходи. Да что ты наведи-то на это говно? О. Ну, хоть так. Хотя бы так. Так, где у нас там еще? Все, что ли? Еще одна группа? Ну, вы что, ребята, издеваетесь, что ли, надо мной? О-о-о! Вот это плохо, вот это очень плохо. Ой, блин. Ребята, вы чё? Как мы будем с этим дерьмом? Охренеть. А чё так плохо-то всё? Давайте я хоть в кого-то постреляю. Пока у меня есть хоть такая возможность. Так. Умри. Сдохни, тварь. Так, там еще есть. А, у нас остаются лодочки, да? Лодочки остаются. Во. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Нет, ни хрена. Упади и отожмись. И все будет зашибись. Где он там? Ой. Мне кажется, это слишком жестко. А, он внизу был, да? Ну, нормально, мы продержались. Вдвоем, но продержались. Опа, 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 опа. Нормально. Хорошо. Отлично. Ох, это было жестко. Задание пройдено. Так, ну деньги хрен с ним. Ну и финалочка, ребята. Финалочка, финалочка. Так, добраться нужно до места, взять подлодку Кракен и прибыть туда, куда надо. И все. На этом вся миссия будет окончена. Хорошо, я объясняю, да? Ох, ну что ж, давай тогда. Как она там управляется-то хоть? Забыл. Так, квадратик, чтобы всплывать, крестик, чтобы погружаться. Эй, что-то я не туда погружаюсь, куда нужно было. Некие мины, которые желательно бы обходить. Ага, ну я попробую. Так, конечно, не для геймпада задача. От нуля до королевства
путь выбираю сам. Ну попробую. Так. Так, так. Хорошо. Там лодки разные плавают, да? Куда тут надо-то? Увидел, узрел. Увидел, понял, все хорошо. Нифига у нас один уже как далеко. Но он, походу, не следует, да, этим правилам. Он просто плывет и плывет. Или он просто знает, как это все делается грамотно. Воу-воу, полегче, парни, вы опять не на тех нарвались. Вага цепалась спереди, сзади, а за поворотом ревезер, бляди. Но мы пройдем до конца, оставив за собой лишь кучу мертвых тел. Это Лос-Сантос, наша банда, передаем всем вам привет. Давай, давай уже. Уй! Ни хрена. А это нормально? А, нас типа это взорвали, да? А то у нас есть возможность сразу попасть туда, куда надо. Так, подожди-ка. Так. Там еще кто-то, да, пришел. Так, все. Ну я хоть чуть-чуть здесь повоюю. Подожди. Побежали. А он куда, интерес, сейчас будет двигать-то? О. Так. Да его надо чем-нибудь, ракетницей какой-нибудь свалить или чем-то там, я не знаю. Угу. Вот так вот. О, есть. Но это не то, что мне надо было, да? Мне нужен другой транспорт. Так. О. Давай попробуем. Короче, если мы его упустим, я не знаю вообще, что делать. А, все, убили? Фу, ну слава богу. Я уж начал переживать, думаю, на чем его догонять, на чем там. Я предлагаю ехать в ту сторону. Обычно я так и делаю. Сейчас покинем сектор и все. Ну все, мы все прошли, это замечательно, ребята. Мне понравилось. Команда у меня топовая. Давайте посмотрим на их имена слева вверху. Вот такие вот ребята. Так, ну все. Сейчас пойдем за костюмчиком капитанским. Итак, ребята, пришел я на базу. Самое ближнее место, где есть гардероб. И вот заходим в особые и наряжаемся в капитана. Да. И наряжаемся вот в эту форму. Фух. Ну что ж, ребята, вот так вот мы прошли эти задания. Было неплохо. Ребята очень помогли мне, которые были со мной. Они офигенные. За что им респект и уважуха. Если увидите себя в ролике, то пишите в комментах обязательно. Ну и можете добавить этот ролик себе в соцсети. Покажете, как вы поиграли со мной. А в остальном же, что хочу сказать. Всем спасибо. Будет еще что-нибудь на ПС-ке, да. Стримы вряд ли, но вот может еще ролик по ограблению обман за инкассаторов, может, сыграем. В остальном будет видно. Всем спасибо, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч.